саженцы можжевельника казацкого Rockery Jam, Juniperus sabina Rockery Jam, Rockery Jam, хорошо разрастаются и не требуют особых условий роста. Растения можно высаживать на солнечные или полузатененные места. Почва для посадки подходит любая, но желательно удобренная и умеренно влажная. Сорт морозоустойчив, стоек перед болезнями и вредителями. Используются раскидистые кусты, диаметр которых достигает 2 метров, для озеленения альпинариев и скальных ландшафтов, в качестве почвопокровных растений. Хвоя можжевельника казацкого Rockery Jam насыщенного зеленого цвета. Можжевельник казацкий Rockery Jam – это многолетнее растение высотой 40-50 см. Кустарник хвойный лучше всего подходит для групповых посадок и может достигать до 250-300 см в диаметре. Можжевельник прекрасно используется подавляющим числом садоводов во всем мире для любых типов почв. Тип роста этого симпатичного растения – низкорослый. В качестве места выращивания можжевельники прекрасно устроят открытый грунт. Весенняя окраска листочков зелено-синяя. Это растение и тысячи других саженцев, луковиц и семян вы можете купить на нашем сайте www.lofa.ru. Если вы просматриваете это видео на YouTube, то ссылку для покупки этого растения можно найти в описании под видеороликом. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, и вы первыми узнаете о новых растениях для вашей дачи.